Всем привет! 22:20 сейчас. Я нахожусь на улице Зиньковской. Спасибо моим друзьям, они помогают мне. Возят на машине. Я выехал посмотреть, что происходит в городе, чистят ли город. Ну вот, на Зиньковской я вижу. Вот идут два трактора. Сейчас они чистят осевую, мы видим. Чистят походу. Чистят на совесть. По-взрослому сейчас несколько раз здесь пройдутся. Я вижу, там еще что-то идет, техника. Еще два трактора идут, подчищают. Машины следом идут. Машинам уже проще, видим, да? Я вижу, вот разворачиваются, сейчас в обратную сторону пойдут. Вон пошли. То есть я вижу, что только по Зиньковской 4 единицы. Ну, вижу технику. Это за кругом в сторону Рассошенцев. Чистят тоже. Полицейская машина сзади. Она по-своему что-то. Ну здесь три, сзади там еще четвертая идет. Ну, убирают под асфальт. Ну, я возле стеклозавода сейчас. Где-то половина 11 вечера, суббота, пятница. И вот идут машины. Видим, да? Подчищают прилично. Четыре машины идут одна за одной. Ну что, мы видим, что происходит, да? Город не спит. Точнее, город спит, работа идет. Но я думаю, еще я погуляю немножко с друзьями. Спасибо им, что они есть, что они меня возят. Посмотрим, что дальше будет происходить. Ну, мне сказали, что машины будут ходить до утра вот таким вот образом чистить. Снег идет прилично. Вроде бы так внешне ничего нету, а когда после машин очистителей видно, что там прилично, глубоко получается. Я сейчас на кругу, жду, когда назад машины будут идти, чтобы вам показать, как они работают. Но заодно вам покажу, видите, да? Дорога очищена, но снег идет, и снег идет активно. Когда он закончится, непонятно. Сколько его насыпет до утра, тоже непонятно. Но еще нету 11 часов, еще раз пятница, вечер. Машин мало, но тем не менее дороги надо чистить, потому что здесь с утра пойдет общественный транспорт, в частности троллейбусы, я уже слышал разговор. Такое, что надо очищать дорогу. По-видимому, машины пошли, мы не стали туда ехать. До разворота на Рассошенцах. Чтобы троллейбусы спокойно могли ходить. Принято было решение на целую ночь работы проводить, потому что
неизвестно, сколько до утра насыпет, и если с вечера не, если бы с вечера не начали чистить, неизвестно, что будет до утра. Ну, будем смотреть. Утром я все равно буду тоже на ногах. Будем контролировать и вам показывать все происходящее. Ну, около 11 вечера, опять же пятница, я последовательно повторяю несколько раз, чтобы понимали, что пятница, 11 часов вечера, еще нету 11, и машины только что на рассошенцах заправились, опять полные баки, и опять идут уже в обратном направлении. Ну, видите, да? Все идет дальше. Едем дальше. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. 11 часов вечера вы на работе. Да, кстати, 11 часов вечера. Ну, приходится, конечно. Что, до утра будем чистить? Да, ну, чистить будем до утра, потому что много снега. Ну, кстати, предлагаю поиграть в игру «Найди депутата горсовета». Самого главного красного в Полтаве. Да. Поэтому, если найдете, передавайте привет. Спасибо, передадим. Все, удачи. Удачи. Я вижу, что вокруг остановок еще вот отдельно даже техника ходит. Но дай бог, дай бог. Я вижу, вот мы едем здесь, в сторону Алмазного, в сторону автовокзала. Здесь вообще дорога чистенькая. Уже прошли, похоже, здесь. Я вижу, подъезжаем к автовокзалу, то здесь все чисто, конечно, дорога, как обычно, чистенькая, аккуратненькая. Будем смотреть, что дальше. Вижу в сторону Половок, кавалькада, сейчас обгоним, снимем их где-то, вам покажем. Продолжаем просмотр. Значит, сейчас мы на Брайлках. 11-я школа Бирюзова. Я вижу, здесь уже проходили машины. Видите, да? Но сейчас по-новому все равно идут кавалькадой. Сколько? 4 машины идет все равно. Как мне объяснили, почему сейчас и почему на целую ночь? Для того, чтобы не ждать, что много снега выпадет. Почему? Потому что, когда много снега выпадет, больше будет тратиться топливо на уборку его. А так, ну, все-таки меньше расход топлива. Ну, будем надеяться, что здесь тоже есть свое разумное решение. Видим еще один трактор. А это, наверное, один из тех, что в остановке очищает. Как взлетная полоса, конечно, остается обалденно. Чистенько, аккуратненько. Ну, вот еще погрузчик, вижу, идет. Ага. Техники немерено, конечно. Вот это Тевилева пресловутая, сделанная уже. И почищена. Асфальт уложен, снег почищен. Но почему-то многие молчат об том, что здесь дорога сделана. Ну, ну вот, не видят люди. Ну, ну вот, не видят и все. Так же самое утром никто не увидит, что снег почищен, что снег чистился. И видим, впереди он машины идут, чистят, 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 чистят. Ну вот здесь с моста съезд тоже, вот вижу, пока одна машина. Те пошли на Тевилева чистить. Ну, на обратном пути же сюда пойдут. Одна здесь пошла. Одна под мост пошла возле олийного завода. Засыпет смесь песочную, да? А, и чистит, и сыпет. Оу. Сейчас мы на улице Халтурина в сторону троллейбусного парка едем. Ну, технику не видим, но дорога почищена, вижу.
перекресток Энгельса. Улица Половка. Вижу скопление техники. Ага, вот один навстречу нам идет, а второй в ту сторону, наверное, разворачиваться будет. Ну, сейчас посмотрим. Да, разворачивается. Ну, сейчас мы возле первой больницы Энгельса. Идет трактор, видим, чистит. Мы так аккуратненько пристроились, нам уютненько здесь ехать. А трактора разбиваются на более мелкие улицы, по одному, по два ходят. Вот на Энгельса кто-то примостился, и в результате улица будет частично не почищена. Ну что ты сделаешь с людьми, а? Монастырская. Сейчас посмотрим. Она сегодня, вторая больница сегодня дежурная. Сейчас посмотрим. Я вижу, что здесь прочистили немного. Сюда скорые идут. Ага. Ну вот я вижу, трактора чистят тоже здесь во дворе. Чтоб скорые легче проходили. Без вопросов. Трактора маленькие сюда загнали, чтобы была возможность. Вот они. Убегаем, убегаем, чтобы не мешать работе. Ну вот, я здесь вижу, тоже прочищено. То есть скорые могут заезжать. Снег идет, идет активно, не останавливается. Что будет до утра, непонятно. Ну, спасибо тем, кто чистит. Еще раз добрый вечер. Уже наступила суббота, на часах 0 часов 30 минут. Значит, мы находимся на Ливаде. Ну, скажу прямо, пришлось немного отдохнуть, попить кофе. Мне стало интересно, будут ли здесь чистить. Ну, вижу, что чистят. Ну, видим, снега прилично, машины работают, ну, пол первого ночи, я на ногах, люди на ногах, работы идут, кто-то обеспокоен, кто-то думает о том, как мы завтра проснемся, как мы будем ехать в субботний день, куда нам захочется, ну, дай бог. Ну, вот мост на Южный вокзал, то же самое, эти машины прошли впереди нас. Сказали, что одни должны идти на Сака. И, ага, смотрю, о, чистят вокруг Южного. Полицейские сопровождают. Ага, они все с копом идут. Ну, спасибо полицейским. Вот они стали так, чтобы мы даже не заезжали. А, там базарные машины стоят еще вдобавок, я смотрю. Ну, вычищают площадь по-взрослому. Полиция, спасибо, перегородила. Спасибо большое, что делаете эту работу. Ну вот, самое обидное, сейчас я вам покажу. Торговцы. Машины чистят, все без вопросов, да? Мы видим, общественный транспорт будет ездить. Ну, вон, видим, я не хочу туда идти. Но вот эти торговые уже стационарные точки.
как бы наш пресловутый базар на Южном вокзале, вот он что делает. Сейчас не почистишь, ничего не сделаешь. К сожалению, вот такая вот ситуация. Но сейчас мы видим, Алексей Григорьевич подъехал, Чепурко контролирует. Напоминаю, уже около часа ночи. Машины идут. И пошли на Сака. То есть поворачивают в сторону Вакулинцы. Очищать дорогу будут по Сака. Все идет своим чередом. Алексей Григорьевич. Да. Нету что-то, нету красных. Что-то не поймем. Ищем, ищем. Найдем сейчас красных. Ну, мы доезжаем до... За машинами решили проехаться. Вот до Дублянщины доехали. Он на Вакулинце, что ли, собирается? Ого! Самую глубь, самую даль. Ну, по-видимому, им поставлена так задача. То есть из Вакулинцев люди спокойно смогут утром доехать. Этот репортаж вы утром увидите, ну, можете проехаться, проверить. Я думаю, будет все нормально при таком отношении. Дорога уже, я вижу, хорошая остается. Вот мы аж на Вакулинцах, сейчас вот тут разворачивается, по-видимому, полицейский сопровождает. Ну, серьезный подход. Взаимодействие такое. Ну вот здесь отчетливо видно, да? С левой стороны полоса полностью почищена. Сейчас на обратном пути уже идут машины следом за нами. И здесь почистят, будет аккуратненько. Верю в то, что все будет хорошо. А вот люди ходят прямо посреди дороги. Чей по телефону разговаривают. Алло. Снега все больше и больше. Эти трактора здесь уже идут второй раз. Мы на улице Половка, мы с вами здесь уже были. И уже проблемно не перемещаются. Но здесь более легкие трактора. Большим здесь негде машинам особо развернуться. Но вот мы видим, идут и уже проблемы. Уже. Но ничего с этим не поделаешь. Если бы с вечера не начали очистку, то, конечно, уже вряд ли что-то можно было бы сделать. Чистим, чистим, чистим. Въезд в первую горбольницу почищен идеально. Здесь свободно машины ездят. Ну, все происходит. Все происходит в лучшем виде. Снег, правда, к сожалению, не останавливается. Ну, мы видим, уже местами по два раза трактора прошли, и уже как-то все меркнет, теряется все. Артема тоже чистилось, но пол второго ночи. И уже, да, показать время, чтобы не думали, что мы врем. Мы на ходу со всеми. Ну, вот. Возле кинотеатра Котляревский. Сейчас готовятся, будут идти машины. А почистить тут не очень хорошо получится. Если эти машины будут здесь до утра стоять, сами понимаете. То есть утром возмущения принимаются совсем в другую сторону. Возмущайтесь к этим людям. Чищено, не чищено. Ну, а сейчас пойдем вот сюда. Горсовет. Я вижу, на втором этаже окна горят. Заодно зайдем 1580.
узнаем, как у них дела. Здесь я знаю точно, что дорога чистилась сегодня, уже проходили машины, раз точно проходили, два раза не буду врать, но раз я знаю точно проходили. Но это значение на данный момент уже не имеет. Снег идет и идет. Идет очень сильный. Очистка по городу, там, где уже раз прошли машины, уже по второму приходится идти, но еще не вечер, точнее, еще не утро, 2 часа ночи уже. Ну, где-то 2. Ну, чтоб я не был лжецом, вот смотрите, окна горят. Значит, там кто-то есть. И снег чистится. Ну, пошли зайдем. Добрый вечер. Добрый. Чи доброе утро, чи доброй ночи. Что у нас происходит? У нас все сливается. Да ну что. У нас, в принципе, сейчас уже более-менее заявочек немного. В основном звонит патрульная полиция. Ну и есть возмущенные жители. Но чем? Мы им всем объясняем, что мы работаем. Ну, они говорят, что недостаточно. Слабо работаем, да? Да. Ну, у нас одна проблема, возле кинотеатра Котляревский машины стоят. Сейчас, если пойдут машины чистить... Сейчас передадим заявочку, да. Можно, сейчас, да? Сейчас все сделаем, конечно. Надо это урегулировать, потому что, я же говорю, машины, если пойдут, там не будет чищено вообще. Сейчас все сделаем. Спасибо. Значит, что еще? Последние заявки это у нас Грушевского. Последние, кроме Грушевского. Что у нас там еще? Пушкина, Грушевского, Балакина... Героев Сталинграда. Сейчас нам уже передали эти заявки, и сейчас кинотеатр Котляревского тоже передали. Ну что, мы пока с вами. Хорошо. Когда вы были в горисполкоме, вон время. Сейчас, где часы, чтобы не говорили. А я сегодня здесь, Алексей Григорьевич здесь. А в городе проблемы, природный коллапс. И мы с ним боремся малым количеством людей.